Если за картину берется режиссер Клинт Иствуд, значит, она обязательно получится легендарной. Осталось только пригласить на главную роль Тома Хэнкса, а сюжет построить на реальных событиях. Вот вам и новая лента «Чудо на Гудзоне». Обязательно к просмотру. Более 40 лет в небе, но главной моей проверкой стали эти 208 секунд. Сосчитайте всех, пассажиров и экипаж. Есть тут кто? 15 января 2009 года капитан рейса 1549 Чесли Салленбергер совершил аварийную посадку самолета Аэробус 320 на холодные воды Гудзона в Нью-Йорке. И хотя ситуация сложилась непростая, никто из находившихся на борту не пострадал. Но несмотря на все почести со стороны общественности и СМИ, было начато расследование, которое угрожало профессиональной репутации и многолетней карьере капитана. Майкл Фассбендер, лидер женского хит-парада киношных любовников, снова радует необычными образами. В мелодраме «Свет в океане» он сыграет смотрителя маяка. Романтично, не правда ли? Милая Изабель, не могу перестать думать о нас с тобой. Молодожены Тома и Изабель поселяются на уединенном острове, к берегу которого однажды пристает лодка с новорожденной девочкой. Супруги решают воспитывать младенца как родную дочь, не представляя, насколько разрушительными будут последствия этого выбора. Когда брат пойдет против брата, а раб против империи, тогда и наступит апокалипсис. За историческую ленту взялся Тимур Бекмамбетов. Без спецэффектов здесь точно не обойдется. Рига готовится к удару! «26-й год от Рождества Христова. Иудей Бен-Гур, потомок аристократического рода, живет в Иерусалиме. Он очень ценит дружбу с римским трибуном Мессалой и называет его братом и относится к нему подобающе. Но неожиданно тот, кому герой безоговорочно доверял, предал его. И теперь целью жизни Бен-Гура становится возмездие». Японские мультипликаторы вновь радуют самых маленьких зрителей необычными персонажами. На этот раз приключения мышонка Гамби, да еще и в 3D. Так что вперед на премьеру. Ну что ж, вперед! Смелому и задиристому мышонку Гамби мало побед на ночных улицах. Вместе с друзьями он отправляется на небольшой остров в океане, чтобы спасти мышиную деревню от банды хорьков. Сражение на земле, под водой и в воздухе, смертельная опасность и любовь красавицы мышуньки. Вот что ждет Гамбу в награду за подвиги. Ирина Кистерева, Сергей Мякишев, «Тюменское время».